Всем привет, дорогие друзья! Как и обещал ранее, в предыдущих видео установил, можно так сказать, дрипку цунами 22 мм на свой стик Пико 75 Вт. Вот так все это выглядит. Дрип-тип я установил свой стеклянный, потому что как бы привык им пользоваться, очень удобный. Как бы претензий к нему, нареканий нету. Вот так, друзья, все это выглядит. Намотал я сюда две спиральки. Quart coil. Вот они. Уложил ватку. Как бы так чуть-чуть корявенько, конечно, получилось. На быструю руку. Чтобы запилить видео, как говорится, чтобы потестить по-быстрому. В принципе, все отлично. Дает нам, выдает он 0,18 Ом на 2, 0,19 сейчас Ом на 2 спирали после прожига. Все парит отлично, довольно-таки нормально. Навал хороший. Вату укладывал вот эту, которую заказал, попробовал ее тоже. В принципе, вата неплохая. За эти деньги, ну, советую, можно брать. Что касаемо дрипочки. В принципе, которые были косяки при распаковке в предыдущем видео, они не столь критичны. Натянул я O-ring, установил на место, все в принципе нормально. Чуть-чуть сопливит, да, но скорее всего это конденсат. Не то, что сопливит жидкость, а конденсат при испарении. Сейчас с вами попробуем капнуть жижи. Посмотрим, как все это, как говорится, будет парить. Единственное, что, ребят, не переусердствуйте с жидкостью, когда будете заправлять. Почему? Потому что ванночка, она вроде на вид глубокая. На самом деле, я бы не сказал, что она прям такая уж сильно глубокая. Много жижи сюда не влазит. Буквально на разок залил я жижи. И сейчас мы ее раскочегарим. Вот так все это у нас парит, стреляет аж. Как видим, все отлично, все работает. Парю на 50 ваттах. Ставим двухсторонний обдув, так как две спиральки. Так все это дело выглядит. Сейчас давайте напасное. Посмотрим, сколько выдаст пара на затяжку. Пара много, вкус прекрасный, действительно, вкусовые качества передаются хорошо, вкус передается хорошо на этой дрипке. В принципе, за 500 рублей, ну за 600, вернее, извиняюсь, советую. Единственные косяки, то что конденсат собирается. Второе, если вы чуть-чуть перельете жижи, соответственно, будет через воздуховоды все это дело вытекать. Так, следующее. Ни в коем случае нельзя ее ставить как-то на бок, наклонять. Почему? Потому что все это дело у вас сразу вытечет. А так, в целом, как бы, ну, в целом, если не считать косяков, которые были при распаковке, ну, твердая четверочка, не считая того, что это клон, ребят. Это клон, поэтому как бы все на уровне. Мне, честно говоря, понравилось. Ну, как бы, сейчас, не знаю, будет видно на видео, нет. Наверное, скорее всего, нет. Вот в воздуховодах, как мы видим, собирается конденсат довольно-таки хорошо. Если вы летом куда-нибудь положите в карман к себе все это дело, все это у вас испачкается. Так что носите с собой салфетки, ребят. Что я могу сказать? Носите салфеточки. Будет вам счастье. Так, в целом, все это дело неплохо смотрится. Да, что касаемо дрип-типов, которые идут в комплекте, не понравились они мне. Я поэтому установил свой стеклянный.
через переходничок, куда все это дело выглядит. Насколько хватит, не знаю. Почему? Так как, честно говоря, резьбы очень-очень слабенькие. И постоянно, то есть, наматывать, откручивать. Ну, не знаю, дай бог, месяц, может, полтора прослужит. А там будем дальше смотреть, либо заказывать комплектующие с сайта, также AliExpress. И все такое. Заправляюсь я, не снимая вот этого купола, прям вот по центру берете пипеточкой или пузырьком, там можете прикупить, как я в предыдущем видео вам показывал, пузырьки, там 5 штук 100 рублей стоят они для удобства заправки. И прям по центру льете чуть-чуть, ватка у вас пропитывается, попарили, перекрыли воздуховоды, чтобы у вас все это дело вот так вот не испачкалось, перекрываем воздуховоды, чтобы ничего не вытекало. И до следующего, то есть, как говорится, парение. В принципе, неплохо. Повторюсь, так что советую. Ссылочка на товар, на продавца будет в описании, как всегда. Ставьте лайки. Жду ваших комментариев, вопросов. Готов ответить на все вопросы. Подписывайся на канал. Всем пока-пока. И ждем. Заехал я тут, как бы вкратце вам расскажу, заехал тут в магазин связной, увидел планшет. Конечно, планшет старенький, 2014 года выпуска он, но чем он меня заманил? Тем, что действительно планшет хорош. Это Xiaomi Mi Pad 1. На него будет, как говорится, такая распаковочка, мини-обзорчик. Поделюсь с вами своей покупочкой. Цена вопроса составила 9900 рублей. В принципе, за эти деньги такого качества планшет вы не купите нигде. Однозначно. Даже вот у меня там имеется Lenovo, там всякие Samsung дома. Этот на уровне. То есть, гораздо лучше. Именно для игр. Все тянет, все отлично. Покупал его, еще раз повторюсь, в связном, русифицированный планшет. Видите, то есть, как бы, все нормально. Итак, всем спасибо, ребят. Пока-пока, до новых встреч.